Приветствие. Ну что, давайте дальше. Ну что, что вы спрашиваете? Что вы говорите мне? Что? Ну, ё-моё. У нас зомби с зонтом. Совпадение? Да, возможно. Это значит, что нам придется использовать что-то интересное для этого. Вместо АКИ можно взять в этот раз вот эту штуку. Рискнуть вот так вот совершить такое действие. Сколько стоит пень? Не знаю. А, шипы пригодятся. Орешек, ну, что поделать? И что-нибудь еще забавное. Что еще забавное у нас есть? Мина. Трюк с миной мы знаем, поэтому снова давайте трюк с миной попробуем. А вообще, друзья мои, нужно с таким набором растений, конечно, жить. Маловато. Получается, надо было в Египте остаться. Да не нужно было. Но придется в следующий раз, значит. Я ж хотел, что так, видите. А, что у нас тут? Ну да, зомби идет, давайте как раз таки посадим мину. Хотел на клетку посадить, но мина выпала у меня из рук. К сожалению, пока нес. И в землю закопалась. Вот такое бывает, видите, вы несетесь сажать, да? У вас хоп автоматически закапывается. Теперь все понятно мне стало, теперь все ясно. Ладно, давайте сажать, начинать. Давайте начинать как по делу сажать, то есть. Тут там, там здесь. Ну, вот он идет. Трюк с миной, кстати. Можно попробовать здесь его, смотрите. Ай, выкинул с поля. Ладно, если тут уже, значит, он выкидывает. Понимаем, понимаем. Надеюсь, просто не выкинет, все мои. Тут его колет еще, неплохо. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Как бы вот помогай, да? Да. Решку почти куда нужно, но не совсем туда. Так, у нас проблемы все-таки, друзья мои. Ну давай трюк с миной здесь используем, тут прикольно будет. Ах да, вот у нас и зомби-зонд идет. Зонд. Не шутите, да. Заплакутим, а то как-то вообще лезет. И этот лезет, и там лезет. А почему они лезут, скажите? Куда они, самое главное, лезут? На драконы... А, угнать точно хотят уехать на свои гасилки, мои любимые. Что ж я делаю? Мне интересно, что ж я делаю? Почему все так плохо? Потому что я какой-то глупостью занимаюсь, в смысле. Не сажаю куда нужно, а в итоге все проблемно. Ну что? Вот, это там еще лезет. Ну что, хочешь мину выкопать? Теперь не шлемовой идет. Давайте его избавимся от гада. Та-па-та-па-тям-тям-па-рям-тям. В общем, вот, друзья мои, в общем, вот. Удобрение пока сохраним на будущее. Да, зомби-зонтиком, кстати, что делает? Защищает от снарядов, метающихся сверху, видите? Нет, пока не видите, потому что не летит еще. А вот сейчас, бум, видите, перец улетел далеко-далеко. Туда, откуда не вернуться. Далеко, то есть. Давай трюк с миной выкопаешь. И на зомби маленького. Ну, на маленького ничего не годится. Время у нас тут все везет. Везет, везет, друзья мои. Зомби лезут просто. Ну почему они же лезут? Ну? Я ж делаю дела, а тут они лезут. Успей атаковать. Да, есть. Так, там пролезли, там не пролезли. Тут поставим шипы. Тут тоже. Давайте мину ради прикола, давай мину. Куда нужно. А, минус съели, кстати, да, балбес. Но теперь пролезли там. Но, в принципе, нам-то что? Пролезли и вылезли, значит. И там пролезли, ну. Дракончик, друзья мои, дракончик. Только так. Вот. Ну ладно, езжайте, езжайте, друзья мои, на свои газонокосилки. Видите, все сели, пассажиры уехали. Дракона-кусалки. Дракона-грызки, да?
Как бы... Как бы. Эх, вот такие у нас уровни сегодня. Так что, в чем наша проблема? Не знаю, в чем моя проблема, что так все лезут и лезут. Игра, потому что такая, тут лезут и лезут. А, вот у нас испытание века. Не дайте зомби перелезть. Вот тут уже... Тут уже, кстати, легко, потому что нам даются растения, которые есть. Ага! Это растение режим без выбора. У нас дается грибочек обычный, который должен быть в темных веках здесь даваться. Но нам дают его заранее, на самом деле не заранее, потому что этот мир переставили. Грибочек, он относительно такой вот. Ну, пацанок, в принципе, грибочек стреляет. Ну, обычно, как по ВЗ обычным, только имеет свою некоторую фишку. Что делать его не таким мощным, как по ВЗ первым. Если вы не знаете, сейчас узнаете. А если вы не знаете, то что вы так? Как вы опять так? Ничего не знаете? Думаю, да, ничего не знаете. А, что случилось? Новый зомби или что там? Зависит. А, новый зомби, это обычно в китайской версии. Просто приходит новый зомби, обычно опа, игра зависает и табличку выкидывает. Типа, новый зомби, смотрите какой. Это ж вам не Китай, да, это... Это... Нет. Вообще, вот не грибочки. Это они, друзья мои, это они. Видите, грибочки начинают мерцать через некоторое время, и после чего исчезать. Почему? Потому что их время ограничено. Это значит, что специально, чтобы не было слишком читерно, видите, они исчезают. Опс. Так, здесь бессмысленно сажать эту штуку, но я посажу, потому что это бессмыслица полная. Так, кто идет у нас? Этот, не беда. Не беда, он не полезет, надеюсь. Видите, дешевое растение ему на пути сажает, ему тормозим заодно его. Сажаем лед, он замораживается тоже. Вот тут, кстати, большая проблема. Если его здесь не отпустить, он может... вылезти куда-нибудь. Все, лопат не убит. А теперь защититься от... От прохода, который сейчас приближается и здесь, и там, друзья мои. Неужели балбес я? Нет, сажай на пути проблему, чтобы они не пошли. Если на пути будет проблема, они не пройдут. У нас еще планфуд есть на всякий случай. Давайте применим его здесь лучше. А то вообще тьма. Лезут и лезут. Видите, уже не успеваю сажать с такой толпой. Видите, они просто лезут и лезут. Давайте атакующие растения сажать, иначе они просто пролезут. А, точно, в этой штуке как щиток может выполняться. Друзья, они же это растения, которые могут как защитными быть слегка. Действительно, можно было сажать сюда, и как орешек стоял бы. Но, к счастью, мне повезло, и они не прошли, да? Или сейчас последний залезет. Хоп. Подарочек. В этот раз уже нам даются читы, наверное, вместо костюма. Или нет? Нет? Да, я так и знал, видите? Все, но мы прошли восьмой, или не восьмой это был? В любом случае, восьмой или не восьмой, мы сделаем... да, это был восьмой. Мы пойдем в следующий мир опять же. Ну, условно, следующий, конечно же, за будущее. Да, этот мир такой вот. А то у нас века, где дадут грибочек. А потом еще немножко... Да, слушайте, у нас еще... Путь впереди большой. Путь впереди большой. Ага. О, тут нам всякие полезности выдают. Особенно вот эта вот штука. Будет полезна в будущем. Ну, не только в будущем. В смысле, не в мире будущего, а еще потом. Когда мы вернемся в другие миры. Что случилось? Да! Нам пошутили. У нас обучение фишку. Планфутси одно растение на зеленой клетке. Планфутси другие растения на зеленых клетках. И не только зеленых, потому что не могут быть еще разных цветов. Но главное, что... Вот так это работает. Так называемые клетки совместного удобрения.
в моей терминологии. Кто не знал, они работают именно так. Конечно, неразумно для вас не знать это, но... Что поделать, незнание помогает. Ну что, давайте берем тогда снова горошек. Дракончик? Нет. Пока без дракончика. Это первый уровень, пока что тут бояться не нужно, думаю. Вот, давайте вместо горошка будем вот это использовать лучше. Эти наши знакомые останутся, ну... Давайте без них пока что. Потом снова используем, потом вот это используем. И орешек. Это все, что ты взял? Да. Ладно. Будущий мир сам из себя такой безумный мир немножко. Ну, в смысле, безумный, он на самом деле не совсем такой, прям чтобы это. Но все-таки чуть-чуть то. Чуть-чуть того. Вы поняли, вы поняли. Ах. Ну что, ну давайте все четко сажать, чтобы не терять ни минуты, ни возможности. Шапочки надо брать дурацкие. Некрасиво, не нравится мне. Что, не нравится, почему? Ну, что такое, вы спрашиваете, а? Со мной шутить нельзя, обычно. Мёшки пока оставим обычные, потом, если нужно будет, переставим. Думаю, не пригодится. Нужды не будет в этом, что переставлять все это. Давайте вот лучше поставим щит. Орех. Условный. Зомби на ретин в ранце летит. Он такой вот. Ставить растение на его пути, он его перелетает. Даже орешек тоже сделает. Видите, вот такой вот зомби. Гад, на самом деле, относительный. Масло замедляет его в воздухе просто. Но голова отваливается, все замечательно. Вы поняли? Да. Мы, кстати, тоже можем много что понимать. Солнышка не хватает, друзья мои. Причина этому... Беда. Беда. Потому что солнышко мало посадил, да? Ну, очевидно. Рожки там и... Давайте используем как раз-таки поврап для солнышек. Поврап... Не поврап, это не поврап, это называется фанфуд. Не путайте понятия. Как вы смеете? Всем обнаглели, ну. Так, кто? Так, ты кто такой? Как ты дошел вообще? Давайте усилять постепенно вот эти, да, наши странные растения. Могут помочь нам, если не знали, то расстреляют. Этот как-то вышел там. Как он вышел, а? Скажите. Вообще-то планфута использовать на клетках, да, допустим, когда проблема, вот. А вы тратите на какие-то там солнышки. А можно вообще не тратить, не использовать эти клетки, да. Совместное удобрение, условно. Ой. Лед уходит в никуда, если мы замасленного зомби замораживаем, условно. Ну вот, сейчас пора, мне кажется. Планфутим одного, и планфутятся все остальные. Но это особо не помогло, потому что не особо помогло. Это же очевидно. Так, стойте, лезет. А почему у меня здесь одиночный стоит, а не... А не двойной был? Ладно, у него уже костяная рука угнала новые автомобили. Чистку, ё-моё. Не знаю, что это за газонокосилка такая. Может, посадить на место орешек? Ну чё ты не погиба? Ха, смешно. Нам дают лазерный боб. Растение какое? Оцените, как оцените? Да так, да, как основное его используют не совсем эффективно, мне кажется, но... Ну такое. Дорогое для своих всё-таки. Урон не такой мощный, но зато бьет. Ну как бы как-то... Как бьет, как это бьет. Давайте возьмем его. Поняли? А что еще? Вот это, вот это. А еще вот это. Дракон. Нет, дракон не нужен пока что. Лучше хотя бы эту какую-нибудь фигню. Какую-то эту фигню, давайте вот это. Думаешь? Ну да, думаю так. Хотя может быть еще? Да нет, хватит. Надеюсь, хватит. Вот.
нам дают как раз таки клетки, видите, разноцветные. Предпочитаю подсолнухи сажать на них. Ну, вернее, не предпочитаю, время от времени разные штуки предпочитаю. Ну, если последние подсолнухи сюда уже подсолнухи нет смысла сажать. Ну, вот эти клетки, поэтому давайте не будем торопиться. Потому что все же солнышки, сами солнышки. Общаться перестанут солнышки. Заморозим, раз уж ты тут одиночный, все равно восстановится скоро, очень скоро. Ну, не скоро, конечно. Ибо платерный готов к употреблению. Стреляет он, кто не знает. Вот так вот. Это медленно. Не очень мощно все-таки, но... За 5 ударов обычного зомби бьет. Зато лазером, зато лазером. Слышь, зато лазером. Что ты сказал такой, да? Ну, был спасать его, конечно, сюда, на клетке лазерной. Ну что, уже поздно думать что-либо. Музыка в будущем такая. Будущевская немножко. А, да, вот так давайте. В основном такой вспомогательный, мне кажется, лазер. Как основной, его, видите, относительно долго все забивается, но... Ну, понятно, крутой, но не очень все-таки. Не настолько крутой, чтобы быть действительно великолепным. Но помогает. Где планфут мой? Вот он, зомби планфутистый. Сейчас мы планфутим за подсолнухи и будем солнышками оплачивать счета свои. Надеюсь, вы поняли, что это значит. Ой, а вот у нас зомби-щит идет. Он, видите, создает щит. Ну, щитовую завесу. Ой, получше больше подсолнухов, да, так оно и нужно. Но, к счастью, можно пробить насквозь, как вы знаете, потому что он, естественно, пробивает всех зомби на линии. Вот в чем главный плюс этого растения. Щит за это мешает преграды стреляния таких снарядных растений. То есть, как стрельщики, допустим, проблемны были бы. Как стрельщики бы заплакали, да. Условно скажу. Ну да, больше лазеров, на самом деле, хорошо. Отчасти. 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 Поняли? Планфуты, где мои? Где они? Где они? Ответите, где? Я не знаю, где они. Уж мои солнышки жизни. Вот. Ну да, двойной лазер уже круто, на самом деле. Вот одиночный, если честно, он... Ну да, двойной это, конечно, замечательно. Лазерить один, лазерца второй. Ладно. Давайте тоже двойной лазер поставим. И, в принципе, уже жить можно относительно. Можно было бы. Что там, двойной был зомби? Я же говорю, какой-то там. Ну, значит, ждем, пока что-нибудь случится полезное. Кормим все солнышки, все подсолнухи зомби-бику. Один негодяй все-таки идет. Съест мой подсолнух, который находится на чудесной клетке. Но все-таки, на самом деле, лазеры помогают своей главной цели справляться с толпой. Да. Мы еще не виделись в моих сериях удобрения. Планфутового лазера нет. Ну, в китайской я, конечно, его показывал, но вы уже не в китайскую смотрите. Вы надо заново все показывать. Вы уже все забыли, да? Вы уже наверняка не знаете, что такое происходит. Каждая серия, может, в каждой серии мне рассказывать, что такое подсолнух, что такое горхострел. Вдруг вы забываете, надо вам напоминать каждую серию. Возможно, стоит делать такие действия, друзья мои. Что у нас? У нас 19 минут прошло с лишним. Давайте еще уровнёк маленький. Может быть, мини-игра какая-нибудь веселая будет? В этом мире достаточно такая своеобразная, интересная. Нет, похоже, обычно это. В таких ситуациях мы используем это. Плюс. О, зомбенок появляется у нас. Из ниоткуда. В таких ситуациях я говорю, против зомбят нужно использовать драконов. Опять драконы. Ну давай, чтобы лишний раз ни проблемы не было, используем дракончика. А потом уже, ух, ё-моё. О, точно, у меня же есть всякие полезности. Вот.
Не стоит только бобами обходить с лазерными, да? Вот как раз для подсолнух, видимо, расставили. Счастье. Надеюсь, это именно предназначено для этого, да? Так себе, конечно, эти клетки, на самом деле, особенно их я лично редко пользуюсь по назначению. Ну, я планфуд экономлю, либо что-нибудь там делаю с ними другое. Пищу употребляю себе, допустим. О, что-нибудь из человека съест планфуд, отравится, очевидно. Так. Ничего, используем этот, либо используем нормальное растение, которое стреляет как бы. Хотя он, по сути, одинаковый смычек. Он стреляет раз-два, этот стреляет разом, но два. По сути, разницы нет в данной ситуации, но лучше бы, конечно, посадить. Действительно, какой хрены... А, ну он дешевый. Дешевее. Во! Во! Друзья мои, клетки с дракончиками. Сейчас запустим одного дракончика, второго и... Несколько клеток уже зачищено от зомби. Ну, про лазеры не забываем тоже. Давайте оставим лазеры потом. Понятно? Лазеры. Лазерные бобы, то есть. Так, вот этот гад может нам пойти дракончиков. Он достаточно быстрый, все-таки относительно. Замедляется, когда эти зомби, но все-таки. Ай, зомби маленькие прилетают. Смотрите, даже не прилетают, а падают. Это их фишка в этом мире, друзья мои. Они падают с небес. На вас. Они в таких мини-роботах находятся, смотрите. Но, в принципе, они как обычно зомби. Видите, они передвигаются прыжками, но, в принципе, сравнимо с обычными зомби скоростью, да? Надеюсь. Да, тут у нас шлемовой идет. А это уже облетел. Ну что, как листочек. Облетел. А, вот мы его забили, все. Но! Друзья мои, не забываем, что нас тут лезет. Ладно, успели? Успел. Значит, надо больше драконов, а то они, видите, не справляются. Лазер бы справился, да, с этими. Я еще ни одного лазера не посадил. Фу ты, ну ты, ну что сказать. РВЗ. Драконы. Если есть драконы, вам лазер уже не к месту. Ну, как бы к месту, но... Можно без них, как бы. Случайно, видите, без лазера прошел. Давай удобрение мне, и мы сейчас будем делать всякие вещи с драконами, наверное. Да, с подсолнухами, с драконами лучше. Ложим сейчас толпу, и драконы нападут. Наши личные драконы, друзья мои. Ой, зомбят упали, ну да. Может быть, фишка мира, да? Они тут падают, условно. С небес. Вторая особенность в мире, да? Первая особенность, что тут у нас клетки планфучистые. Вторая, что зомбята падают с небес, и все. Самой карты особенность, вот она. Ну, естественно, зомби уникальные всякие будут потом еще. И да, давайте дракон читить, так будем называть, друзья. Дракон читить. Видите, раз и два. На сегодня все, друзья. Мы нам дали ветродуй из ПВЗ первого. Условно. Помогает против летающих зомби, очевидно, вы понимали об этом. Но в ПВЗ первом было не так уж летающих зомби много, да? А здесь у нас и тут, и там, и здесь, и не только в будущем летающие зомби, тут повсюду они. Поэтому пригодится очень сильно. Но в следующей серии. До встречи.